Мы продолжаем следить за ситуацией на кыргызско-таджикской границе. И к данному часу известно, что Душанбе и Бишкек договорились совместно патрулировать дорогу Худжанд-Канибадам в Баткенской области. Об этом сообщили в МВД Кыргызстана. Безопасность на участке будет обеспечивать совместный патруль из 60 полицейских двух стран. Ситуация на данный момент стабилизировалась, подчеркнули в ведомстве. На месте работают правоохранители. При этом ранее кыргызская сторона заявила о 36 погибших и более 100 раненых. Таджикистан о жертвах или пострадавших пока не сообщает. Напомню, в начале недели на границе государств вновь произошла перестрелка, а стороны обвинили друг друга в нападении.